Республиканский тур Всероссийской предметной олимпиады школьников по физике сегодня, 19 января, продолжился экспериментальным туром, где школьникам пришлось найти решение практических задач. Сейчас у нас в здании Института физики проходит экспериментальный тур Республиканской олимпиады по физике. Вот сейчас ребята здесь делают лабораторные работы, делают эксперимент, измерения и, соответственно, пишут работу, решают экспериментальную задачу. Участников республиканского тура олимпиады разделили на две большие группы. Ученики 7-8 классов собрались в 131-м лицее. А вот уже учащихся 9-11 классов встречали в Институте физики Казанского федерального университета. Всего блеснуть своими знаниями собрались 170 человек. Каждый участник делает по две экспериментальные задачи в разных аудиториях. Ну и, соответственно, потом по итогам теоретического тура, который был 2 дня назад, и экспериментального тура мы подведем итоги и выявим победителя в каждой параллели в рамках республиканской олимпиады, то есть лучшего в республике по физике. Победители республиканского тура предметной олимпиады школьников по физике пройдут во всероссийский этап, который, в свою очередь, пройдет в Казани. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.